Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, значит, вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Эфиопию, сетевая партия в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист есть в описании и в прикрепленном комментарии. Там же ссылка на весь стрим с этой партии, который доступна для спонсоров канала. Большое спасибо вам за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Варвары на беремах второй город снизу. Ну, вообще, варвары и не на беремах могут город снести. Потому что ты ставишь город, там как бы не особо армию строишь, у него защита 10. Даже обычная это галера, или как там первый юнит, вполне сносит этот город. Так, давайте думать. С производством создания военных юнитов. Я за веру покупаю. Здесь же у дракона вообще не надо. Тут либо реформа денежного обращения, либо пульс паровой машины. Но у меня соседство кампусов не так, чтобы... Блин, что взять? Реформу денежного обращения или пульс паровой машины? Как думаете? Напишите в чатик. Уголь начинает кончаться. Что-то большинство за пульс паровой машины, ладно. А у него 500... Я постоянно на 100 науки отстаю. Постоянно. Уран, посмотрим. На военное ведомство возьму, построю. Блин, кстати, я же хотел Валетту засоюзить. Точняк.
А купить бомбардировщик сколько? 16 раз я могу в танчике уже апнуть. Янтарь, кстати, здесь. Я не закатаю. 10 тысяч не за кота. За кота сколько угодно, если пришлете на кота. Просто 10 тысяч это типа всего, чтобы не обновлять каждый раз сбор. Не, ну если на кота 10 тысяч пришлете, то я не расстроюсь. Но это, конечно, не на кота 10 тысяч. Это всего, чтобы просто не обновлять вот эту собираловку. Так, 2 урана у меня. Хорошо. Возьму, наверное. Ну, кстати, и торговца нормально, 3 единицы. Кстати, и... Может и Теслу взять? Ну, там, на самом деле, дальше может быть более крутой инженер, ладно. Так, я что-то поменял. А, да, я хотел валету засоюзить. О!
Чудо нашел. Да, так я же уже строю самолеты забирать. Ну и танки апаю. Вы же видите. Куда мне еще? Майя. Даже если Майю забирать, так у него говняные города из-за того, что расположение районов не такое, как у всех. Мне нужен вообще этот пикинер. Ну ладно, пускай будет. Там Майя пошел как раз американца забирать. Американец посидел, как только на него напали, все. Покеда. Просто посидеть 4 часа в игре, чтобы ливнуть при первом же шухере. Кстати, развлекательный комплекс, мне кажется, имеет смысл. Вот сюда. Не, Майя не может, он артой нападает, а я самолетом, у меня просто денег нет самолет купить, вот единственное, как бы я уже начал раньше и не могу построить аэропорты в промышленных городах, хотя в Микеле, нет, в Микеле тоже, по-моему, нету возможности построить. Не, ну это говно какое-то, зачем мне престиж? Блин, где уголь взять? В принципе, норм, я ж собираюсь с ним воевать.
Древние варвары. Промышленной античности. Есть тематический бонус. Ну, серьезно. Чувак просто мне пытается все отдать и ливнуть. Зачем так делать? Чудеса. Ни одного, если ты, который я сам... А, не, Рурка. Рурка только. Я только Рурку смог построить. Хотя я даже не пробовал ничего другого. А если чудеса природы, то... Как бы Рарайма, но она не совсем у меня. Это, конечно, чудо у Нидерландов было. Да, вот именно, что прикол забирания Майя в том, что как бы они ему нормально дают, а если я забираю, то они ни хрена мне не дают. Так, ну следующим ходом объявляем войну. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Блин, я забыл, что я Валетту засоюзил. Чувак мне все пытается тюхать все, что у него есть. Культурное наследие. Thank you.
Майя молят о покорении. Ну, получается, как мне сказали, что я их продал Мапуче. Я их никто не крал, я их продал Мапуче, не заметив. Да чё ты... Где он? А что же отказался? Настырный молодой человек. Требую, чтобы я у него все ресурсы забрал. Я просто... Кавалерии просто постоим. Постоянно на 100 науки меня Византия опережает. Постоянно. Как я не разгоняюсь. И митву у меня кто-то перекупил. Ага, есть фес. Так, короче. О! 553, понимаете? Чисто, короче, чисто за эти... за города-государства, понимаете? Чисто за города-государства. О, слушайте, Балтимор с этим, с Геликарнасом приятненький. Двадцать процентов к ракетостроению, инженер. Без монумента в городах, зашибись.
уголь только у Египта. 649-551. Вот, вот. Просто у него больше было научных ГГшек. Я, конечно, сейчас два раза могу его активировать, потому что гелик. Смогу сейчас самолет купить. Еще тремя самолетами мы тут быстро заберем все. Так, у нас остался только Византия и Египет. Египет тут так сидит чисто за компанию, я так понимаю. Так, а какой у нас самый производственный? Адис-Абеба 112-78-90. Адис-Абеба, да? Думаю, что надо в Адис-Абебе все-таки уже космопорт строить. Сколько стадион стоит? 960. После стадика построим космопорт. А, кстати, у нас еще в Лалибеле гидроэлектростанция. Все, у меня много угля тратится. Надо что-то как-то... Надо что-то как-то. Теперь я на 100 науки опережаю. Вот это честно, по-моему. Честная ситуация. Торговца, давайте, торговца. Так... Пошли, наверное, в современные сэмэли. Профессиональный спорт открыли. Глобализация нужна. Так, и тут энергия появилась, да? Ну, точнее, нет, там нам угля не хватает, но, в принципе, у нас только вот эти два города. Тут мне нужна еще промышленная зона какая-то где-то. Ух ты, кампус на плюс 4. Как-то я его проглядел. Даешь военную победу. Блин, ну это ж муторно.
А смысл тут в военной победе? Тут как бы осталась только Византия как соперник. Кстати, может мне лучше открыть все, где есть послы, чтобы он не мог у меня перекупить. А, так у меня и нету нигде. А, так я все открыл с послами. Понял. Я думаю, мне трех самолетов тут хватит. Да забирать. Тем более, через два хода будут еще и современные самолеты. Вот для чего Валетта суперская. Просто спокойно купить плотины и не париться. Тем более они еще так дешево стоят тут. Кого убило? Каравелла. Он у меня там плавает. А, я даже забыл. Я даже не разграбил ему ничего. Маяк только разграбил. Блин, я вообще забыл про нее. Так. Минус фес. Нет, почему? А, он типа пытается... Ну, 102, я вам хочу сказать. Сотка. Это будет тяжело. Танками. Не, ну он правильно делает. А, еще арта у него. Ну, он когда-то да заберет, я думаю. Если бы он просто танками забирал, то да. А так артой и этими должен забрать. Jim said that bees were...
Ну, это комп, скорее всего, построил вместо гавани коммерческой этот. Ладно, давайте. Против иноверцев давайте плюс 4. Блин, надо было на производство к союзничкам поставить. Что за чудо у Нью-Йорка? Эрмитаж. А тут Оракул, тут Мавзолей в Геликарнасе. Мавзолей в Геликарнасе, кстати, еще этот, дворец Патала. Это дополнительная, вот у меня почему появилась карточка, потому что дополнительная карточка от дворца Паталы. Я даже не буду атаковать просто современными самолетами следующим ходом. Так, тут сильно Вашингтон отваливается. Ладно, пересажу Виктора. Для атомов. Прикольное чудо, кстати. По-моему, я даже никогда его не строил. Ну-ка. Попробую. Так, тут начинаем космопорт. Вообще, глянусь, там Византия космопорт не построила. Построил, и первый проект он, кстати, заканчивает уже. Так, как у нее там идут дела с Фесом? Ну, потихоньку колупает, да. Понял. Майя объявил войну Мапуче. Причем посреди хода это как это? То есть кто-то подговорил Майя объявить войну Мапуче.
Ну, Занзибар, видишь, он чисто... Думаешь, все-таки забрать, да? Боже. Как мы тут уничтожаем просто Цинциннати. Для всех информационной эры. Надо ли мне? Мне кажется, уже нет. Я уже тут практически... Да, карточку поставить. А, подожди, уже нету, что ли? Вот, ваши торговые пути к союзнику. Вот это мне надо. Все, забрали фес, да? Следующим ходом увидим, насколько это повлияло. А, во, в Эрмитаж можно. He had discovered a great... Интересно, почему он в Нью-Йорке, вот, например, здесь кампус поставил, а не здесь? Плюс 4 вместо плюс 2. Уже видно минус 150 науки. А что, было у меня 800 разве? Где видно-то? Вот было 650, стало 620. Где вы увидели минус 150? Лян в Балтимор. Блин, так я еще в Гондоре аквакультуру нормально не сделал, между прочим. Мне кажется, Бостон и Филадельфию надо уничтожить, потому что они по лояльности к Майе отвалятся. Иначе. Так, слушай, я сейчас стану союзником Занзибара, когда Америку убью. А что, не дотягивается? Опа. Не дотягивается. Зачем Занзибар убивать? Он станет моим союзником.
Было 800. Ну так у меня урана и так дофига. Видишь, у меня уже 45, на плюс 6 вход. Надо устаревшие юниты просто продать, честно говоря. Вряд ли я уже буду апать бомбарды, полевые пушки. Какой Сент-Луис? Господи, ну это Катя не комп, это он сам поехал и там поставил город зачем-то. Зачем? Блин, самолеты не дотягиваются до этого Бостона. Блин, я бы, наверное, Занзибар все-таки оставил, потому что счастье — это, ну, это круто. Блин, что, мне авианосец, что ли, строить? Мы их вообще открыли? Там просто, ну, как раз я второй по послам после американца. Ну, Майя мне войну объявила. Ну, зашибись, сейчас заберем Майя. А, это потому что он взял этот... По Цинциннати отбить.
Мне в плюс, потому что я смогу сейчас отправить к Египту. Караванчики. Перекупил Митлу опять. Еще Болонья у него. Та, которая... А, нет. Но у него нету, который плюс 15% дает, когда не в войне. Египет. Египет еще. Так, ну это все фигня. Вообще пофигу. Удваивает очки. Ну давайте ученых попробуем. Да, у меня даже нету. Нету дипломатических очков, чтобы голосовать. Да, я видел вот этот. Удваивается от скульптуры, удваивается великий ученый. Два очка дипломатической победы Клеопатра. Так, а у нас там Египет, может, сидит, потому что он может какую-то победу достичь? Нет, это вряд ли. Это вряд ли, короче. Ну, вообще не отваливается. Может, я зря Филадельфию убил. А с другой стороны, а нафиг мне этот Бостон?
на этом пока все. Продолжение завтра. Напоминаю, что для спонсоров канала весь стрим с этой партией доступен по ссылке в описании. Большое спасибо вам за поддержку. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.